Всем привет, ребята! На связи Republic of Gamers, с вами Никита, и сегодня у нас будет новый обзор очень мощного устройства. Ноутбуки и линейки Strix Car и Strix G получили полностью обновленный дизайн. А к слову, модели Strix Car 17 и Strix G 17 обновленную аппаратную комплектацию. Мощные суперсовременные компоненты в сочетании с превосходными дисплеями ROG Nebula и Nebula HDR и усовершенствованной интеллектуальной системой охлаждения ROG наделяют ноутбуки Strix 2023 модельного года всем необходимым для ярких побед как в профессиональном киберспорте, так и на любительском уровне. И сегодня у нас на руках новенький ROG Strix Car 16 23 модельного года. Напомню, устройства серии Strix самые высокопроизводительные из геймерских ноутбуков ROG. Они создаются на базе новейших процессоров Intel и AMD и видеокарт Nvidia. Ноутбук ROG Strix Car 16 23 года воплощает отличительный стиль серии ROG. Четко очерченные линии корпуса, оригинальная подсветка, по-настоящему геймерский характер. Такая модель всегда будет выделяться из толпы. Новинкой в его облике является задняя световая панель, работающая вместе с поклавишной подсветкой клавиатуры и фронтальной иллюминационной полоской. Смотрится это все, конечно, потрясно. Этот мощный ноутбук готов к любым виртуальным сражениям за счет мощной конфигурации, в которую в топе входит процессор Intel Core i9-13980HX, 24 ядра, видеокарта Nvidia GeForce RTX 4090 для ноутбуков с термопакетом до 175 Вт, также скоростной твердотельный накопитель PCI-Express 4.0 X4 объемом до 4 ТБ в массиве RAID 0 и передовая оперативная память DDR5-4800 объемом до 64 ГБ. Дисплейный мультиплексор в сочетании с технологией Nvidia Advanced Optimus обеспечивает автоматическое переключение между режимами повышенной графической производительности и экономии заряда аккумулятора. Также в дополнение передовые графические процессоры RTX готовы проявить всю свою мощь в популярных креативных приложениях благодаря платформе Nvidia Studio. Инструментарий Studio на базе искусственного интеллекта помогает быстро воплощать в жизнь творческие идеи, а драйверы Studio обеспечивают полную стабильность ноутбука. Вся серия Strix вообще изначально разрабатывается для геймеров, но и также для разработчиков игр. Модель ROG Strix Car G16 совместима со всеми актуальными движками и популярными инструментами, такими как Unity и Autodesk. Поэтому ничто не помешает вам проявить свою креативность и попробовать самостоятельно создать свой следующий игровой хит. Этот ноутбук позволит цифровым художникам, стримерам, видеомонтажерам, создателям игр, анимированных роликов, в общем, абсолютно всем творческим умам вывести свой рабочий процесс совершенно на новый уровень. Ну и, конечно же, как создавать игровые хиты или катать в горячих катках без дисплея. В ноутбуке ROG Strix Car 16 установлен дисплей диагональю 16 дюймов с соотношением сторон 16 на 10. И чтобы каждый игровой кадр был предельно четким, ноутбук оснащается дисплеем Nebula HDR. ROG Nebula HDR — это знак качества, которым отмечаются только панели, соответствующие самым строгим критериям по частоте обновления, скорости отклика, яркости подсветки и цветовому охвату. Если ноутбук оснащается дисплеем Nebula HDR с подсветкой на мини-светодиодах, то качество изображения на нем гарантированно будет превосходным. В данной модели установлено разрешение формата QHD 240 Гц, яркостью 1100 кандел на квадратный метр, цветовым охватом 100% DCI-P3 и временем отклика в 3 миллисекунды. Но также дополнительно доступна еще одна версия с дисплеем формата Full HD 165 Гц. Оба варианта могут похвастаться тонкой рамкой, относительный размер экрана достигает 90%, и отличной цветопередачей, а также поддержкой адаптивной синхронизации Adaptive Sync и расширенного динамического диапазона по стандарту Dolby Vision. Устройства серии Republic of Gamers создаются людьми, которые сами любят видеоигры. Мы все с вами любим играть в компьютерные игры. Именно поэтому геймеры находятся в центре всего, что делает команда ROG, начиная с дизайна корпуса и заканчивая встроенной иллюминацией и программными функциями. Эксклюзивные конструктивные решения, применяемые в серии ROG, не только дают пользователям соревновательные преимущества, но и позволяют легко выделяться из толпы среди других. Дизайну всех наших устройств уделяют много времени, поэтому они всегда выглядят очень стильно, современно и в духе гейминга, естественно. Ну и как и всегда, любое железо должно, что? Хорошо охлаждаться. Для начала сразу отмечу, в 16 и 18 дюймовых ноутбуках ROG Strix 2023 модельного года используется усовершенствованная интеллектуальная система охлаждения, включающая фирменный трехвентиляторный термомодуль, а также радиатор увеличенного размера во всю ширину корпуса. То есть для хорошего охлаждения мощных компонентов корпус и материнская плата ноутбука были оптимизированы таким образом, чтобы вместить большой радиатор во всю его ширину.
ширину, а также освободить пространство для свободного вывода горячего воздуха. Обе технологии, впервые реализованные в модели Flow X16 2022 года, были адаптированы для новейших ноутбуков ROG Strix K16 и 18. Благодаря увеличенному размеру радиатора, площадь поверхности для рассеивания тепла выросла более чем на 92% по сравнению с системой охлаждения в моделях 2022 года. Кроме того, вентиляционные выходы, расположенные по всему периметру корпуса, обеспечивают беспрепятственное движение воздушных потоков для отведения тепла. Благодаря 7 тепловым трубкам, раньше их было 6, а теперь их 7, и жидкометаллическому термоинтерфейсу Thermal Grizzly Conductant Extreme, который теперь используется не только для центрального, но и для графического процессора, производительность этих компонентов возросла еще больше до ранее недостижимых значений. Ноутбуки ROG Strix созданы для самых требовательных геймеров, которые не приемлют ничего, кроме самого лучшего по производительности, портативности, оформлению и возможностям для персонализации. И наше фирменное приложение Armory Crate позволяет переключаться между несколькими предустановленными режимами, от бесшумного и энергоэффективного до высокопроизводительного для игр на полной мощности. Кроме того, с помощью этого приложения можно тонко настраивать различные параметры системы вручную, включая, например, подаваемое напряжение на работу вентилятора. И пару слов о клавиатурном блоке. Слева над клавиатурой расположены горячие клавиши, которые по умолчанию служат для доступа к приложению Armory Crate, выбора режима работы охлаждения, регулировки громкости и отключения микрофона. Их можно перепрограммировать на запуск других приложений или выполнение команд макросов. Эксклюзивная технология ROG Overstroke позволяет увеличить такой важный для геймеров параметр, как число действий в минуту, за счет более раннего срабатывания клавиш. А чтобы сделать повседневное взаимодействие с ноутбуком более комфортным, его тачпад был существенно увеличен по сравнению с предыдущим вариантом и снабжен стеклянным покрытием. Это означает большее удобство при движении рук и совершении многопальцевых жестов. Кроме того, поддерживается режим виртуального цифрового блока NumberPad для быстрого ввода чисел. Смотрится и отображается он стильненько. Одним из отличительных декоративных элементов ноутбука ROG Strix K16 являются накладки Armor Cap, которые легко устанавливаются с помощью удобного магнитного крепления. С их помощью вы сможете персонализировать свое устройство. Помимо использования накладок, включенных в комплект поставки, есть возможность распечатать новые на 3D принтере. Вообще дизайн ноутбука основан на повсеместном использовании неброских, но запоминающихся деталей. Узор на крышке дисплея гармонично сочетается с такими штрихованными вентиляционными отверстиями сзади и под основанием корпуса. Прорезиненная вставка надежно удерживает ноутбук на месте во время игры. Он действительно красив со всех сторон. Ноутбук ROG Strix K16 это по-настоящему мобильное устройство, чему способствует аккумулятор емкостью 90 Вт-часов, обеспечивающий длительное время автономности работы. Комплектный 330-ваттный адаптер питания поднимает уровень заряда от 0 до 50% всего за 30 минут. Кроме того, подзарядка может осуществляться через разъем USB Type-C с мощностью до 100 Вт. Как раз таки такой же компактный адаптер питания тоже идет в комплекте. Кстати, насчет портов ввода и вывода. Ноутбук предлагает пару разъемов USB-C, один из которых поддерживает режим DisplayPort и электропитание по стандарту Power Delivery, а второй протокол Thunderbolt 4. Тут же рядом расположен порт HDMI 2.1. Чей пропускной способности 48 гигабит в секунду хватит для отображения контента в формате 4К 120 Гц или 8К 60 Гц. Также имеется разъем Ethernet RJ45 и 3,5-мм аудиоразъем. То есть с другой стороны расположились два USB 3.2 Gen 2 Type-A. Ну что ж, ROG Strix K16 это по-настоящему высокопроизводительный и геймерский ноутбук. Компоненты высочайшего уровня, интеллектуальное охлаждение ROG, роскошный большой дисплей, безграничные возможности и потрясающий новый дизайн с классными элементами и деталями. Этот ноутбук точно создан для ярких побед. Ну а я вам говорю, до новых встреч, спасибо большое за просмотр. С вами был Никита, это Republic of Gamers. Оставайтесь с нами, впереди у нас, как и всегда, много интересного. Пока!